Судьба Северодвинского ПТП сегодня решена окончательно. Многолетнюю агонию перевозчика прекратит банкротство и распродажа имущества в счет долгов. Администрация платить за предприятие больше не в силах. Так что теперь городской транспорт перейдет в руки частников. Признать банкротом, продать все в соответствии с законом. Судьба Северодвинского ПТП решена окончательно. По словам заместителя мэра по городскому хозяйству Виктора Никонова, гвозди в крышку гроба северодвинских транспортников забивали законодательная база и система налогообложения. Отдельно отмечены нелегальные перевозчики и низкая стоимость проезда в 17 рублей. Рекомендовали 25. Все вместе эти причины и привели к банкротству. Наше муниципальное предприятие ПТП не конкурирует с нелегальным перевозчиком. На сегодняшний день порядка 100 нелегальных перевозчиков работает на наших маршрутах. И город не может дотировать многомиллионные дотации ежемесячно, порядка 7-15 миллионов в месяц убытки. Тех работников предприятия, кто не перешел на работу в другие транспортные компании, поставят на биржу труда. А все перевозки в городе отдадут в частные руки. Благо, предприниматели уже заверили, ждут только отмашки. Пока еще предприятие работает, провести новый конкурс и выставить все маршруты на конкурс, где любой победивший из частных перевозчиков будет знать, что это его маршрут, что ему надо сегодня купить 10 автобусов, который возьмет кредит, купит и будет работать. И я думаю, что даже люди, те же водители будут, значит, приходить на новую технику, работать с удовольствием. Льготный проезд также останется, однако предприниматели пожаловались, что администрация не спешит его компенсировать.